Мужская женская обувь категория суперкрем. Бельгия. Размер 41 здесь указан. Так. По-моему, искусственная. Хотя вот эти места, наверное, все-таки натуральная кожа. Состояние отличное, без видимого износа. Далее кроссовки. 42,5 указан размер. В отличном состоянии. Без видимого износа. Очень много спортивной обуви, как вы уже знаете, да, в этих миксах. А кроссовки новые, по-моему, размер 45. Мужские кроссовки большого размера 45. Так, еще одна пара кроссовок марки Adidas. Размер 37 указан. Тоже в отличном состоянии. Туфли 39 размера из натуральной кожи. Внутри и снаружи кожа натуральная. Состояние отличное. Тоже без видимого износа. Мужские ботинки из натуральной кожи. Тут даже подошва кожная. Размер 44. Марка Graceland. Размер указан 40. Состояние отличное. Без видимого износа. А 38 размер здесь указан. Кожа натуральная. Значок есть. Так, и 45 размер. Кожа натуральная, внутри и снаружи натуральная кожа. Состояние отличное, без видимого износа. Здесь у нас... так, что-то размер я не вижу. Но состояние классное, видите, да, и подошва не такая, не изношенная. Размер 5 и 7,5 написано. Кстати, кожа натуральная, частично, местами. Небольшие такие кроссовки. Так, туфли женские марки Рикер 39 размера. Кожа искусственная. Да, искусственная кожа. Марка Рикер. Тоже популярный бренд, как и Graceland, например. Да, размер 39 здесь указан. Состояние отлично. Они, по-моему, даже новые. Конверсы 7 размера. В отличном состоянии. Европейский размер 40 указан. Кроссовки. В хорошем состоянии, размер, к сожалению, уже не читается. Primadonna Collection, такой бренд у нас как-то попадался в каком-то мешке. Размер 37 здесь указан. Кожа, по-моему, искусственная. Так, 36 размер. Состояние отличное. Размер 41. То, что нужно именно на лето. Так, марка Nike. Размер 36. В прекрасном состоянии. И туфли 38 размера. Тоже, по-моему, новые. Здесь очень много новой обуви. Детские кроссовки. Это у нас марка Nike, размер 28, маленький. Tamaris, кожа натуральная, размер 39. Tamaris, но Tamaris тоже часто попадается. Везде, знаете, этот бренд. Размер 6, еще одни вот женские туфли. Искусственная кожа. Без видимого износа, состояние отличное. Марка Gabber, размер 5. Кожа натуральная, по-моему. Да, натуральная кожа. Так, 40 размер здесь указан. Состояние отличное. Тоже без видимого износа. Марка Tamaris 36 размера. В отличном состоянии. Кроссовки очередные. 36 размера на этот раз. Тоже без видимого износа. Следующие кроссовки. Кроссовок очень много. Размер 44 здесь указан. Правда, видите, шнурков нет. Придется покупать, шнуровывать. Еще одни женские туфли марки Tamaris. Размер 38. Натуральная замша. Так, здесь у нас что? Размер что-то я пока не вижу. 38 указан размер. В прекрасном состоянии. Так. 36. Тоже видите, да, состояние классное, без дефектов. 37 размер, марка Graceland.
Тут практически вся обувь новая. Без этикеты, конечно, это не сток, все-таки категория суперкрем. Размер 31 указан, марка Nike. Детской обуви немного, 3-4 пары, как правило, бывает в каждом мешке. Размер 36, очень легкие туфли небольшого размера. Так, мокасины, размер указан 40, кожа натуральная. Или тут не совсем мокасины, конечно, да? А достаточно тяжелая. Далее, размер 36. Состояние хорошее. И последняя пара из этого мешка — это кроссовки. 36,5 указан размер. В отличном состоянии. И на этом все.